Вы смотрите отзыв об отеле Silva. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником MorgoShow, который был в нем в 2012 году. Останавливались в этом отеле на 7 ночей в конце декабря на Рождество. Использовали просто как пристанище, оставляли вещи и т.п. Ночевали там не все ночи. Расположение. Недалеко от центра до Дебенхамса 5 минут пешком, до моря тоже 5-7 минут. Ближайший пляж у отеля Crown Plaza. В номерах, выходящих на улицу, очень шумно, звукоизоляция никакая, закрыта дверь на балкон или открыта, значения не имеет. Под окнами фирма, торгующая автомобилями. Совсем близко маленький магазинчик, где также варят кофе, и нормальный большой магазин в вторых минутах ходьбы. Во дворе отеля небольшой бассейн, был без воды. Номер. Часть номеров в гостинице после косметического ремонта, новый кондиционер и матрас на кровати. Имеется телевизор, телефон и радио. Фена нет. Пододеяльника нет, только простыни. Дополнительные подушки в шкафу. Мебель очень древняя, кроме кровати, под старину, но все ломается. Плохое освещение, чтобы вечером почитать, нужно сильно постараться и как-то направить свет куда надо. Наш номер назывался «Охотничий сьюит» и располагался на 5-м этаже, на полу ковролин, на окне жалюзи, стены просто покрашены краской, а на них – ружье, шкура оленя и голова с рогами. Ванная комната старенькая, но чистая и все работает. Кладут только маленькое мыло. Полотенца ветхие, по 2 штуки. На полу коврик. Вид с балкона, балкон тоже маленький, влезет максимум 2 стула. Завтрак. За дополнительную плату 5 евро в 8 до 10 утра. Были один раз, того не стоит. Может, в сезон он получше, когда народу много. Персонал. В основном индусы. Улыбчивые и очень неторопливые, без чаевых не делают ничего. Горничная съела несколько шоколадок After Eight из большой коробки. Не знаю, как там с безопасностью, но вот приехали как-то в час ночи. Двери открыты, на рецепции никого, ключи все висят на виду. Как говорится, заходи, бери что хочешь. Минут 7 стояли, ждали, брякали звоночком, потом пришел молодой человек, приехал на лифте. Машину оставляли напротив отеля, практически под окнами, бесплатно. Сайт отеля www.silvahotel.com. Сай. Резюме. В отель можно ехать непритязательным туристам, студентам и тем, кто готов закрыть глаза на многочисленные мелочи, учитывая низкую стоимость. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.